Вот это и есть модель Щукарь 310 Light. 310 это в сантиметрах его длина. Light с английского легкий. Ткань баллонов 450 грамм на метр. Ну такая тоненькая, но прочная, я скажу. Хорошая, устойчивая, ну, даже, да, не поцарапается. А днище из ПВХ ткани где-то грамм, наверное, 700 на квадратный метр. Днище серое, борта оранжевые. Ну, мне так это понравилось, такой цвет. Накачку производим насосом. Обычно я сначала накачиваю примерно его на, ну, его или другие свои лодки на 80%. Потом одеваю, костюмы готовлю, потом докачиваю и уже иду на воду. Вот сейчас я как раз буду этим заниматься. Слегка так подкачаю, чтобы он взял форму, пока он там это вылежится, выстоится, я переоденусь. И потом мы посмотрим, как он будет на воде. Ну вот, как я уже говорил, я приобрел сиденье, потому что просто маленькая спиночка, ну как-то она мне не очень так катывала. А сиденье полноценное, такое более-менее кресло. Этими пристежками, которые я сам сделал с фастексами, я пристегиваю внизу. Ну вот, сиденье готово, с расчетом, что я отклонюсь, оно как раз выставится. И получается вот такая вот прекрасная надувная лодка для того, чтобы покататься. Достаточно, кстати, очень так легкая, что меня заинтересовало в нем. То есть я практически могу поднять, вот смотрите, за мизинец. Мизинец поднял, все, вот, вот, вот. Ну я не скажу, что у меня такой мизинец, что я прямо там гири. Нет, простой вот пальцем. Почти как у музыканта. Не говоря о том, что одной рукой можно вообще поднять его вот так вот. Без усилия. То есть я скажу, что он весит не более 4 килограмм. Ну вот, экипировался как нужно. Жилет, костюм, работы, шорты. Это для того, что я сижу, чтобы задница на костюме не протиралась, не была ворсистой. Это вот для этого. Вот оно мое весло, которое длинноватое, конечно, для этого каяка. Нужно 2,20. Я уже присмотрел себе, скоро приобрету РСТ 220. Ну, пока погребем 230 сантиметров. Лопасти я разворачиваю почти 145 градусов для грибка. Ну, почему, как я узнал, что они длинноватые, на нем у меня не получается полноценного грибка. То есть я, когда грибу, я грибу не только одними руками, а еще и поворачиваю с телом. У меня 50% уходит на руки, 50% на тело. То есть получается такой довольно-таки такой грибок, вот так вот, работаю телом. Проходил по 16 километров, по 20 километров, в принципе, не скажу, что так трудно. Ну, это техника гребли такая у меня, по крайней мере. Каяк очень легкий, верткий, и ходить, если на нем, когда он пустой, да, тогда он представляет собой сложность в управлении. Ну, так, в общем-то, новичок, если сядет, ему будет очень трудно держать его на курсе. Ну, достаточно, например, когда собираться, приехать, собрать, взять такой гидромешочек, 20 литров там или 30 или 40, положить туда вещи, в этот гидромешочек. Ну, я сейчас вещи не кладу, но представим, как будто я положил. Закручиваем герметично его, застегиваем, кладем под сиденье, вот сюда вот, вот так вот под сиденье. И это придает некую такую килеватость днища. Плюс, когда человек сядет, в данном случае я ногами впереди на днище так вот облокочусь, положу, и вырисуется такая небольшая килевая линия, которая, в принципе, даст большой плюс и возможность удерживать его на прямом курсе. Ну и, в принципе, что, погнали покатаемся? And becoming the best at it and mastering myself and seeing what I have within me. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you'll never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you.